Мы сегодня снова в ботаническом саду. Немножко будет видео, потому что пятеро детей. Сильно не поснимаешь, но я покажу вам вот эту красоту. Посмотрите, в теплице какой алоэ растет. Вот там далее кактус. Но это просто, это рай. Я люблю здесь бывать. Вот наш Саша. Саша едет на коляске, дети пешком. И мы любуемся вот этой красотой. Посмотрите. Это просто отдых для души. Какая красота. Немножко будет видео, покажу вам. Просто блаженство. Сейчас я хочу. Это сакура. Надо же. Это все-таки она. А еще я видела молодые две сакуры возле госпиталя растут. Красавицы тоже. Да. Это сакура. Это не знаю что. Что-то тут таблички нету, но тоже смотрите, какие красивые.
Сегодня мы снова в ботаническом саду, и я хочу вам показать вот эту смородину. Смородина. Вот она. В прошлый раз я показывала, она начинала зацветать, а вот она теперь отцветает. А теперь вот посмотрите на эту красоту. А это у нас вот что. Кто просил показывать название девочки, вот. Вот, посмотрите. Посмотрите на эту красоту. Да. И вот что здесь. А вот. Вот оно, видите? Вот такая вот красота. Все, у нас прогулка заканчивается. Мы с детками прогулялись 3 часа сегодня. Мы были с детками и пришли. Еще малыши и близняшки, двоюродные брат и сестра моих внуков. Вот. Сегодня у них была веселая компания. Вот покажу вам. Так что детки сегодня нагулялись от души. Сейчас я вам покажу. Вот с этой стороны. Конечно, могу вам сказать, что очень много нового сегодня мы посмотрели, да, потому что в прошлый раз мы гуляли всего 1,5 часа, вот, вот там Саша, видите, Саша нюхает тюльпаны, Алена его фотографирует среди тюльпанов, вон там дальше старшие детки, ну, старшая у нас Аня, вот, вот такую вот красоту мы сегодня наблюдаем, да, Юлян? Венки плели. Вон они там, вон там. Яблоня Недзветского. Вот она, красавица. Thank you.